Во время полета Тунгусский метеорит был виден в круге радиусом 1000 километров и начиная с высоты 100 километров. Поэтому трудно установить траекторию однозначно, и предложено несколько вариантов разными авторами. Вот это набор восточных траекторий, их известно 7 штук. Есть еще и южная траектория, которая была предложена первой Остаповичем. Вот она вот так вот идет и доходит до эпицентра. А это траектория, предложенная Зигелем. Она, в общем, совпадает с южной траекторией по Остаповичу, но он еще предположил маневр. Вот такой вот в районе Кирмы произошел разворот траектории для того, чтобы объяснить, почему есть две группы свидетельских показаний. Новизна новой экспедиции, во-первых, состоит в том, что изучается траектория Тунгусского метеорита. Раньше экспедиции не ставили перед собой такую цель. Второе, новизна состоит в том, что изучаются сразу два аномальных явления. И траектория Тунгусского метеорита, и обитание здесь снежного человека. То, что здесь живет снежный человек, было установлено еще во время первой экспедиции в 16 году. Мне удалось найти отпечатки 10 зубов. И это позволило установить зубную формулу снежного человека. Это впервые в мире. И я думаю, наука признает уже по этой формуле снежного человека после того, как это будет подтверждено другими исследователями. И с другой стороны, использование камер-ловушек для съемок аномальных зон позволило обнаружить техногенное влияние этих аномальных зон на электронные устройства. Я думаю, это тоже одно из первых таких наблюдений. Ну, в общем-то, это тоже является новизной. На этом слайде одна из полян, которую мы обследовали в этом году около Недокура. Нужно проверять все гипотезы, и провальную, и мерзлотную, и вулканическую, и дегазационную. В общем, их тут много. Но, конечно, окончательный результат – это найти обломки этого метеорита, но пока что этого не случилось. Поэтому целью экспедиции было выяснить, что на местности означают навал на космических снимках. Этот навал выглядит из космоса как припухлость по периметру некоторых полян. Эта поляна только похожа на Дедокурскую. Эта поляна обнаружена в эпицентре Тунгусского взрыва. Вот по склону лежат упавшие деревни, так называемый Куликовский вывал. А по периметру этой поляны все равно имеется навал. В месте падения Челябинского метеорита обнаружена воронка круглая, так же, как и в эпицентре и в Недокуре. И вокруг этой воронки на льду лежит периметру навал из льда. То есть понятно, что при падении небесных тел иногда формируются условия, когда возникает навал. Это лишний раз подтверждает обоснованность целей нашей новой экспедиции.
прибыли в Красноярск, аэропорт, и вот здесь продается прямо в аэропорту такая вот водка Garmin, вот тут по курумникам, по песку глубокому, по завалам, по рекам, по буреломам, по колеи, просека, в общем, везде. Это, оказывается, водная техника нового поколения. Вот такая красивая. Вот там навигатор Garmin стоит. Называется «Север». А вот здесь хозяин. Сайт severboat.ru. А, телефон можно спросить, цену. Да. Вот здесь вот двигатель. Так, самолета. Видимо, она на воздушной подушке. А вот тут стоят автобусы. Можно ехать в Красноярск из аэропорта. Это Красноярск. Какая-то ратуша. Вода хорошая. Вчера завершена заброска на траекторию. Здесь, в этом месте, дорога, трасса на Недокуру совпадает с траекторией Тунгусского метеорита, примерно километр. Вон она там за поворотом, как раз это направление. А потом траектория уходит вот так от дороги, а дорога от траектории. Вот такие красивые места. Потому мы здесь и вышли, что это самое близкое к траектории мне, собственно, совпадение. Закончился первый день. Заброска вчера прошла. Первая ночевка. Так, лагерь, сохнет тент. Вот эта печка, сейчас мы на ней будем разогревать вчерашнюю кашу. Вот. Сегодня 4 сентября. Первый день экспедиции. На маршруте идем к точке 2П. На этой точке дорога, которая приводит к точке, там, где предположительно поляна с навалом. Вот туда я и держу путь, чтобы изучить ее. Азимут идет вдоль траверза, по траверзу этого ручья. Тут надо пройти 3 километра, и будет уже дорога. Путь очень тяжелый, по азимуту легких путей вообще-то не бывает, потому и мало кто хочет здесь ходить. Вот попалась предположительно конструкция, которую мог сделать снежный человек. Вот почему маловероятно, чтобы это само по себе. А вот почему. Сначала, значит, должно было сломаться вот это дерево.
хорошие живые деревья. Вот. Потом. А нет, сначала вот та береза вот наклонная. Потом на нее легла вот эта елка. Потом на эту елку легла вот эта елка. И одновременно она попала в створ, так что легла и на березу. А береза заклинилась сама по себе. Вот, между вот этой елкой и вот этой, более толстой. Вот так. Вот так и получилось. Потом на все на это легла вот эта елка. А перед этим, как она легла, легла вот та тонкая елка, которая, по-моему, она тут с корнем вырвана. А нет, близко от корня. Вот она отгнившая. Откуда-то принесена, потому что тут нету пеньков, не видно. Вот так обстоит дело. Ну и уже в довершение вот арка. Арочка маленькая. Вот встречаются часто кучи помета. Такие прям такое впечатление, что туалет. Ну вот. Следы какие-то. Да, на сахатов не похоже. То ли это медведь. Но не слышал я, чтоб медведи так вот делали туалеты. Вон там еще. Вон она, кучка. Ну, много. Короче, неизвестно. Узнаем потом. Очередной лесоповал. А мне вот как раз прямо по нему. Обойти невозможно. Участок очень тяжелый для прохода. Бился через эту чащу. Вот здесь вот такой барок. Более-менее чистый. Хорошо бы такая дорога вся была. Но мне-то надо вон туда. Но все-таки я сейчас пройду, надеюсь, что там будет повыше переход через этот распадок. Кто его знает? Чуть меньше 2 километров осталось до дороги, по которой я выйду на точку, которую буду проверять. Да, дорога трудная. Ну, к вечеру, надеюсь, зайду. Хорошо было идти по этому сосновому лесу, без подлеска, без обломков стволов, без ветролома. А сейчас он кончается, и снова будет дорога тяжелая. Но осталось только 1,5 километра до дороги. Неожиданно повезло. Вышел неожиданно на дорогу, которая идет в мою сторону. Она у меня не была помечена, потому что она заметна только при увеличении. Она вот заросшая. Сейчас, то есть я сэкономил 300 километров. Что не лезть вот по этому бурелому. Вот эта дорога оттуда. В общем, а мне сюда, на восток. Так, а это что-то... Арка. Смотри. На дорогу. Арка. Вот, пожалуйста, перекрыта дорога аркой. Я думаю, тут таких мест, наверное, больше нет. Затёвки старые. Да, ладно. А вот что попалось на дороге. Чей-то хвост. Может быть, это даже белка. А где сама белка тогда? Оторвана. Оторвана и все. Бабы на пароме рассказывали, что
у коровы кто-то отгрыз хвост. То ли волки, то ли лошади. Вот уже не первый раз попадаются такие вот группы следов. Какие-то парнокопытные тут почему-то топчутся. А тут вот, да, вот покрупнее уже. Дорога вся затоптана следами копытных. Но не всегда понятно, что они парнокопытные. Иногда вроде бы одно копыто, то есть лошадь. Неужели тут лошади разводят? Вообще-то разводят на Виндокуре, да. Моя дорога впадает в большую дорогу, которая, собственно, не была помечена. И вот до нее я должен был еще идти 1300 по тайге. А тут так повезло, что вот эта дорога, которая очень прекрасная дорога, заросла немножко, она вот впала. В общем, я по ней воспользовался. Вот попал сюда, так что я, скорее всего, выйду сейчас к воде. Осталось тут меньше 2 километров. На точку я сегодня не выйду, но там зато можно заночевать, там зимовье есть. Ну, хотя мне зимовье не надо, мне лишь бы вода была. Да, вот такая прекрасная дорога на нас, пересовозная. Вот там кюветы, все обустроено, чтобы она не уходила под землю, не размывалась. Вот, вот там она спускается, видимо, к ручью, который мне нужен для ночевки. Да, когда тут летел Тунгусский метеорит, здесь таких дорог и в помине не было, был медвежий угол. А сейчас вот лесозаготовки, дороги. То есть шансы найти следы от этого феномена повышаются. Вот я о чем хочу сказать, ребята. Мы найдем, вы найдете. Я-то уже старый, а вы найдете. Так и есть, дорога спускается к ручью, к моему лагерю. Смотрите, какие прекрасные дороги. Тут вы, ребята, вы тут доедете на своих джипах прямо к самим точкам, к этим полянам лысым. Вы тут магнитами, металлоискателями всем прочешете, найдете обломки Тунгусского метеорита. Я-то уже старый и, наверное, не успею, а вы-то успеете. Что это за куча помета? Чьи? Как бы лошадиные? Не похоже. Может, медвежьи? А что они в одну кучу все много раз сюда ходят и усаживаются? Непонятно. А вокруг все истоптано. Вот копыта. Да я бы сказал, что это лошади. Но что они тут делают? В таких количествах лошади. По всей дороге лошади, лошади, лошади. Да, непонятно. Вот медведь тоже ходит здесь. Вот его коготочки видно, вот они. Его коготочки. И копыт опять много. И все это закатано машинами. Полная дружба. Люди и звери. В таких лужах, наверное, джип с лебедкой пригодится. Это еще дорога сухая, а если будет более сыро, так вообще не помешает лебедочка-то. Вот они, кони, которые оставляли помет. И тут свежий помет валяется, значит, хозяин дома. Впереди арка. Снежный человек, значит, здесь тоже появляется и арки ставит в интересных местах своего интереса. Ну вот сейчас 10 час, лагерь разбит, уже поели,
Вот эта печка щепочница называется. Вот она в работе, на дровах, подходит любое топливо. Ну, завтра я покажу ее при свете, какая она из себя. Сегодня день был удачный. Главное, удача в том, что нашлась дорога, которую я не ожидал, и сблизила, приблизила путь. Если бы не она, то до сюда бы не дошли. Но все равно не хватило пороху дойти до Зимарья, только до реки. Это река Недокура, известная всем, кого это касается. И вот здесь я ночую, а завтра двигаю дальше уже, я думаю, на свои точки. Показываю снаряжение для походов, максимально легкое, удобное и эффективное. Вот, смотрите, палатка обычная, но она как бы ближе к одноместной. Палатка китайская, вот на дугах палатка. Вес ее небольшой, вес с дугами что-то 950 грамм, вот я весь, я вот завешивал. Только сейчас тут нету косынки, она не нужна, и колышков. Я их не беру, потому что это лишний вес. И вот на нее накидывается тент. Тент на прищепках. Вот тент на прищепках крепится на дугах, чтобы не сорвало ветром. И он прижат, он доходит до земли и прижат вот так вот, ну, гнилушками со всех сторон, чтобы не поддувало под тент. Вот, а тут, значит, выход, и выход тоже на прищепках. Вот так. Очень удобно, даже зимой можно в ней спокойно жить. Вот, показываю снова печку-щепочницу днем. Вот, ну я про нее потом расскажу, более такой спокойной обстановки. Сейчас я собираюсь уже на маршрут, вот так она работает. Тут кипит вода, вода закипает за 9 минут, ну, зависит, конечно, от погоды, бывает, что и за 7. Закончена вторая ночевка, день хороший, ночь была более теплая, чем первую. В первую ночь там замерзла даже остаточная вода в кружке, то есть был на почве заморозок, ну, сушим снаряжение от конденсата. Вот. Дело в том, что когда тент, вот этот тент, на нем конденсат в основном, и палатка в основном сухая. Ну, есть там немножко, да, а тут вот это, я бы сказал, конденсата много, ну вот он уже подсох, а, ну вот он, я думаю, видно, блестит вода, вот, вот он, конденсат, вот, очень хорошую функцию выполняет. У нас вода бежит. Ну, я сушу, чтобы легче нести было. Ну, не всегда, когда дождь, то и не подсыхает. Вот эта печка-щепочница работает вовсю. Очень хорошо себя показывает. Это фактически не костер. Это ведь у нас как самовар. А на Окуневских озерах есть такой у нас герой по псевдониму «Вольный ветер», он назвал ее шишковаром, потому что мы там варили на шишках. Ну, чисто как самовар. Третий день экспедиции. Сегодня я не стал. То есть вчера я не стал переходить на ту сторону реки. И правильно сделал. Вода была, я переночевал. Тут оказалась тропа в мою сторону. Как раз. То есть сейчас я пройду и на зимовье, и на свою первую точку. До точки остается 110 метров. Дорога снова плохая. Все завалено, болото.
есть, но за час, наверное, дойду. Дорога идет в сторону моей точки. Ну, по карте есть там дорога. Но это же совсем хорошо. Опять повезло. Сегодня я 4 дороги поменял, потому что полностью они не подходили. И вот, наконец, последняя дорога, которая идет точно на точку. Вот с прибытием на точку 24-28. Вот она так заросла. Но сейчас тут должны быть и лысые местечки. Сейчас начинаем ее обследовать после обеда. Лагерь буду ставить здесь в лесочке. Тут ближе до полян тех лысых, которые я имел в виду. Сейчас ходил за водой. Очень тяжелая дорога. Вот этот багульник, вот эта голубика высокие цепляются. Шнурки все время развязываются. Очень трудно ходить, как по полярной березке. Вот это мой рюкзак. Лагерь буду ставить на дороге, так и пожаробезопасно. И где тут в лесах? Слишком густые леса. Ну, закончилась третья ночь похода. Стал бы четвертый день сегодня начинается. Я прибыл на точку. И здесь я делаю дневку для изучения этой точки. Вот подкладка поставлена на дороге. Это потому, что лес слишком густой. Это вырубка, которая возобновляется. Вот. И тут никто не ездит, я никому не помешаю ночью. Вот тут вот варится гороховая каша. Печку поставил. Значит, в ямку, потому что ветер, чтобы не задувало, а к тому же земля здесь торфянистая, дорога идет по торфянику. В общем, не стал разводить надью, костер, потому что зачем? У меня печка справляется. Вот это лежит железо второе, которое подставляется под печку, а первое там. Я беру вот два листочка таких, вот это себя оправдывает во многих отношениях. Лопату беру, потому что вот ямку выкопать, потом кочку я тут срезал, чтобы палатку поставить. И топора я не беру, вместо топора беру вот лопату, она особым образом заточена со всех сторон, и как топор можно рубить, ну не толстые стволы. Вот, и когда я делал вешки, то она пригодилась, чтобы вешки обрубать ветки. Это было в 16 году, когда я одну из полян обследовал более внимательно. Это вот грибы. Буду сейчас жарить прямо вот в этой миске. А котелок с кашей сниму и поставлю под свитер. Вот сначала газетой закрою, потом свитером. А тут сохнет тент. На нем конденсат. Грибы я предпочитаю максимально мельчить. Мне кажется, что так вкуснее. Ну вот так вот их несложно превратить вообще в икру. А потом буду жарить. У меня подсолнечного масла много взял. В Красноярске купил бутылку. А так это-то нет. Мельчатся. Грибы уже почти готовы. Каша гороховая вон там под свитером. А вот это пила, туристическая цепная пила, ее вес 400 грамм, ее выгоднее брать, чем топор, который весит 1400 грамм. Ну, бывают топоры 1200, но все равно намного больше. И то есть это, если плюсовать сюда вес
лопатки. Вот эта лопатка туристическая. Вот, и вес 400 грамм. То есть получается 800 все равно выигрыш перед топором. И, в общем-то, в лесу топора не нужен. А пила, она для того, чтобы толстые деревья перепилить, любой толщины можно перепилить практически. То есть там, допустим, 10 сантиметров диаметр, 15 сантиметров, ну, нечего делать. А для ноги больше не надо. Вот эта точка 24-28. И вот перспективное место для поиска. Вот эта воронка, в ней стоит вода. Вот, вот там большая поляна без леса, которая со спутника была, на которую я целился. А это, значит, поросль ржавая. Вот она потому и ржавая, что мох тут ржавый. И в других местах тоже есть ржавая голубика сейчас по сезону. А этот мох, похоже, он всегда ржавый. Вот мы тут пришли. Сейчас начинаем исследование. Так, вот еще одно болото. Оно большое, метров 500, наверное, 400, и в ширину 100. Еще одно болото, меньше из всех. Здесь есть клюква. Если тут вода, не знаю. А вот там, наверное, вода. Тут сухая кочка. Деревянномушник. А вот тут вода. Вот тут воронка тоже. Тоже воронка. Да, чавкает вода. Ну, воронка, как воронка. О! А по берегам, я бы сказал, некоторый навал. Сейчас посмотрим. Вот он, навал. Ну, невысокий. Это сколько тут? 2 метра максимум. Но с одной стороны, нет. Значит, оттуда прилетело. Там юг у нас, кажется. Сейчас посмотрим. Это третье болото, зеленое. Вот тут полоса багульника посередине, она на космоснимках тоже видна. Вот загогулина на противоположном берегу. И загогулина и еще одного болота, первое по счету. Это у нас по счету третье, а по размеру второе. А первое по размеру, первое болото, которое я сейчас прошел. Сейчас видно, что по берегам навал, по этому берегу идет навал. Сейчас я обойду и посмотрю сохранность навала. Вот там видно навал. И особенно где загогулина. Две загогулины. Может быть, там нет навала. Может быть, оттуда пролетело небесное тело. Вот это, значит, третье болото. Самый навал должен быть на северном берегу, потому что тело должно было прилетать с юга. Вот. С юга тут нет навала. Но навала, правда, нет вот и у того болота. Это болото первое по нашему модификации. Вот. Это болото не имеет навала с юга, а это не имеет с севера. Ну, разберемся, может быть, вон то есть навал, а это какие-то другие процессы. Ну, сейчас идем смотреть сбоку. Видно первое болото, самое большое, с севера. Навала нет. Просто я обхожу по перемычке между первым и третьим болотами. И заодно смотрю, что делается тут с этой стороны.
с северной стороны Южного болота. Фу, это первого болота. Подтверждение предположения: на западном берегу начинает появляться навал. Вот он. Пока он сейчас невысокий, где-то метр, наверное. Но тем не менее, на юге-то не было. А там на северном был. Даже там было, я бы сказал, до 3 метров. Ну и сейчас еще проверим. Вот я на северном берегу, высота навала тут выше. Да, 3 метра, может быть даже до 4. Вот там на болоте видны острова из багульника. И вот там они побольше. Вот они, острова. И вот он, навал идет. Ну, здесь, правда, крутизна у него меняется. Но это я не знаю, почему. Вообще-то, вокруг озера навал виден. Вот с верхней точки. Но он меняет высоту, местами разрушен. Так и должно быть за 100 с лишним лет. Вот сейчас я перешел к восточному берегу, и вот тут ступенька с 3 до 2 метров. Но навал вот все равно есть, порядка 2 метров с восточного берега. Вот мы на восточном берегу. Тут видно остров, точнее он полуостров из вересковых культур, из багульника, из... Вот багульник, вереск тут всякий растет, голубица и так далее. То есть тут повышение, вот остров, это остров. Ну и тут серия островов, все не так вытянуто, но это дальнейшее исследование покажет, почему, если не будут. Сегодня 7 сентября, пошел дождь. Я сижу в палатке, жду моря погоды. Вот тут палатка начала протекать, но я натянул тент прищепками. Главный секрет в том, чтобы не прилегала палатка к тенту. Вот здесь она прилегает немножко. Но это не смертельно, я в следующий раз выйду и тут поправлю. Вот, зато сейчас на тенте набирается вода, я ее заготовлю, чтобы не ходить за водой. В этом плюс. Конечно, день потерян. Вот. Но тут недалеко зимовье. До него 2 километра. По дорогам причем. Поэтому страха нет. Хотя и неприятный, конечно, дождь. Я бы сейчас еще докончил обследование полян. Этих, которые тут имеются. А так... Значит, надо будет подождать. Ну что, подождем. Сегодня день дождливый, поэтому есть время. Я хочу рассказать о причинах, по которым я сюда вообще поехал, и что здесь такое привлекательное, почему не на Мальдивы, а почему вот в эти холодные края, где нет моря, где нету фруктов, нету персиков, где тут приходится есть крупу, ну, варить из нее кашу, потому что ничто больше не унесешь на себе, а крупа единственная, она суховоздушная и легкая, и разваривается в 3 раза. Да, ну, как известно, Тунгусский метеорит прилетел к нам в 1908 году, и в 1922, кажется, году Кулик начал проводить первые экспедиции. Был обнаружен так называемый Куликовский вывал. И, в общем-то, вся работа по Тунгусскому метеориту пошла по изучению... Было под... Ну, в общем, изучали вот именно это место, Куликовский вывал. И после 3 или 4 экспедиций Кулика, ну, они делали и аэросъемку там, правда, по погоде... Не все получалось. И, в общем, потом война, Кулик погиб. Потом уже в 50-е, 60-е годы наступила эра
комплексной самодеятельной экспедиции и стали тоже молодежь, поехали, романтика, стали изучать тоже тот же самый Куликовский вывал. И написано много статей, много заметок, и все время Куликовский вывал. Но ведь это же не единственный след на Земле, который оставил Тунгусский метеорит. Из внимания вот этих исследователей выпала траектория, ведь Тунгусский метеорит летел над Землей большое расстояние, ну, по некоторым оценкам, 1500 километров суммарно траектория его занимает. И, конечно, от него отваливались куски, о чем указывают свидетели. Вот, что сделала в том числе комплексная самодеятельная экспедиция, они собрали показания огромного количества свидетелей. И показания 700 свидетелей были обнародованы уже давно. А часть не была обнародована, но сейчас обнародована и оставшаяся часть. Это сделала Эпиктетова, которая, в общем-то, возглавляла вот это направление поисков. То есть ездили бригады исследователей, которые допрашивали, опрашивали свидетелей, которые остались вот в этих деревнях, населенных пунктах, где Тунгусский метеорит пролетал. И оказалось, что есть две группы свидетелей. Есть южная группа свидетелей, есть восточная группа свидетелей. То есть получается, как бы Тунгусский метеорит летел с двух сторон. С юга он летел на север. Начали замечать его в Канске. Там поезд остановился. Потом он вот мимо Братска пролетел и долетел, в общем, по Кове населенные пункты, потом по Муре населенные пункты, по Ангаре населенные пункты от Усть-Илимска до, будем говорить, до Алешкина, до Недокуры, потом Дворец, в общем, огромная территория позволяет установить, как эта траектория проходила. Она, вот эта методика основана на яркости органолептических впечатлений свидетелей, которые они показывают. Ну, кто-то говорит, что дом трясло, кто-то говорит, что кони падали, что сам упал. В общем, это вот яркость органолептических ощущений людей и впечатлений позволяет установить, где эта траектория приблизительно проходит. Вот. И другая группа свидетелей – это от Нижней Тунгуски на восток, на запад, туда вот к Ванаваре. Тоже там много свидетельских показаний, что он как будто бы оттуда летел. И вот был у нас астроном Зигель, он был директором Московского планетария, и вот он предположил, что траектория имеет поворот, что она разворачивается, и получается, что она разворачивается два раза. Вот тут на Ангаре доходит, то есть она идет с юга на север, доходит до Ангары, разворачивается на восток, доходит до Нижней Тунгуски, ну, там под определенным углом, до села Преображенка. И потом она разворачивается на запад и доходит до Ванавары. А южная траектория, вот она, значит, от Канска, от Братска вдоль Ковы доходит до Ванавары. И обе там встречаются, то есть, получается, летело два метеорита. И чтобы это противоречие устранить, Зигель предположил, что метеорит-то был один, но он имел поворот траектории. А если поворот траектории, то это уже пилотируемый аппарат, понятно. И это перекликается с фантастическим рассказом фантаста Казанцева, с которой
описывает художественным языком, естественно, прилет Тунгусского метеорита как пилотируемый космический аппарат. Вот. И, собственно говоря, комплексно-самодеятельная экспедиция, они все начитались вот этого романа и двинули туда, в тайгу, искать именно пилотируемый аппарат. И потом уже, поскольку, ну, это все сенсация, ведь космический аппарат ищут, и чтобы успокоиться, успокоить общественное мнение, ну, я думаю, было принято решение считать его Тунгусским метеоритом, просто как поиски метеорита. И публиковались в основном материалы, которые связаны с кометной версией, с метеоритной версией. Вот, ну, там потом появились другие версии, более 50 штук всего этих версий. Вот. Ну и все-таки какие-то данные не вписываются вот в эту схему естественного происхождения, а некоторые данные, они свидетельствуют о техногенной версии, и по этому поводу есть книга, которую написал Журавлев, и фамилия, вот сейчас не помню, Булдагов, ну, в ссылках дадим, это Битюгов, ну, неважно. Вот, они рассмотрели все факты, которые не входят вот сюда. Вот. Да, ну, факт остается в том, что свидетели показывают, что от основного тела, которое они воспринимали как летящее огненное бревно, отделялись куски, отделялись шары, отделялись какие-то огненные предметы. Некоторые свидетели показывают, что летела по небу метла, то есть был такой веерный рассев, вот, ну вот, метла по небу летела, то есть на много кусков он рассыпался, ну и продолжал лететь дальше, а куски-то ведь и падали в районе траектории, а траектории никто не обыскивал, то есть есть же шансы, что эти куски там до сих пор лежат, ну конечно их заросло тайгой, заросло болотом, корнями там, и трудности есть технические, но зато есть и преимущества. Сейчас же ведь сеть дорог, вот сейчас же я тут шел, очень много маршрута по дорогам, можно подъехать фактически к каким-то интересным объектам, которые можно установить из космоса, ведь позволяют сейчас и космоснимки, и технологии, и снимки высокого разрешения, можно найти такие поляны, которые могут свидетельствовать о том, что там был ударный механизм возникновения этой поляны. И потом их предстоит проверять уже пешим порядком. Вот я, собственно, этим и занимаюсь. То есть сначала мы по спутниковым снимкам находим точки, которые могут представлять интерес. Ну, это в основном поляны с навалом. То есть предполагается, что так же, как метеоритные кратеры на Луне, то и здесь, когда тело падает на Землю, то возникает выброс грунта, и который насыпается в виде кратера. Но на Луне-то там нету процессов выветривания таких, как на Земле. На Луне там этот кратер, как возник он такой конической формы, красивой, он так и остается, а на Земле разрушение. Разные размывания, там ветер, ну, в общем, он не будет таким совершенным, идеальным. Он будет всегда каким-то косым, кривым, переменным. Вот это просто необходимо учитывать. Вот. Но вот как раз такие поляны иногда удается найти с космоса. И, в общем-то, тут же это я уже в четвертой экспедиции тут на Ангаре. И в предыдущей экспедиции
Я уже подтвердил, и не только я, потому что я не всегда бываю один. Когда-то мы были группой и тоже и подтвердили. Собственно говоря, я попал сюда, в эту тему, с подачи поисковиков, с поисковой экспедиции на чертово кладбище была, я к ней примкнул. Вот, я к ней примкнул, это было в 16 году. Вот, тогда было так, что я был в гоминологической экспедиции, которая мне тут, меня вписал в эту гоминологическую экспедицию Дмитрий Бурсов. Вот, Бурсов, которого сейчас, кстати, клеймят за то, что он нашел снежного человека. Вот, он всю жизнь, 55 лет искал снежного человека, когда он его только искал. Он был нормальный, он был хороший, он был ломовая лошадь. Он здесь огромную работу по организации, популяризации вот этой темы снежного человека проводил. Он отвечал на вопросы свидетелей, он вел огромную переписку каждый день в интернете, отвечает на запросы свидетелей. Он ездил проверять эти свидетельские показания на место. И вот он меня тоже послал, как бы, ну, собственно, я и сам захотел. Послал его в такую гоминологическую экспедицию проверять тут некоторые версии. Но в эту гоминологическую экспедицию попал поисковик чертового кладбища Ростовцев Сергей, который вот ищет чертово кладбище, и в интернете много материалов по этому поводу, много лет ищет. Вот, и он тоже вошел в гоминологическую экспедицию, потому что она совпадала с поисковой экспедицией чертового кладбища, в общем, которая была позже. И мы с ним вместе поехали потом уже вот в эту метеоритную экспедицию из гоминологической, потому что оказалось, что те точки, которые я наметил, ну, как для своего исследования отдельно, потому что в такую даль ехать и там на какую-то неделю, это, ну, не по-хозяйски, не рачительно тратить так деньги свои колбасные. Ведь я же, ведь мы же ездим на зарплаты, на пенсии. Вот, и хочется, чтобы деньги были более полезно истрачены, чем вот на неделю. Поэтому я поехал сразу с Ростовцевым, не раздумывая, потому что те точки, которые были для меня интересные, они были на территории, которую собирались изучить вот эти вот метеоритчики. Их было три человека. Вот Ростовцев Сергей, потом Жатков Владимир из Усть-Илимска, Сергей Ростовцев из Красноярска и Василий Минаев из Московской области. Вот как раз Василий Минаев и явился виновником вот этой самой экспедиции, потому что он, изучая снимки из космоса, нашел вот эти поляны, которые ему показались аномальными. Он несколько лет организовывал, ну, выходил на связь с Жатковым. Вот, и наконец они собрались и вот поехали. И тут вот я к ним присоединился. И таким образом прошли мы там несколько полян, три, кажется. Две точно прошли, одна затоплена, а на второй мы не вышли. Вот. Затоплена Богучанским морем, потому что здесь залито Богучанское водохранилище и электростанция здесь, в Кодинске. Да. И тут я понял, что эта тема стоящая, что следы вполне техногенные, что этим я буду заниматься, так или иначе, ну, наряду со снежным человеком. Уже потом, когда мы вышли с маршрута, ну, там было много приключений всяких, это поэтому по этой экспедиции у нас есть отчет. Там на форуме Космопоиска есть отчет
Василия Минаева, и моя часть там, я написал тоже часть этого отчета. Потом моя статья есть уже, это последующая экспедиция, когда я проверял свои уже версии, вот, свои поляны уже исследовал. Это было в 17 году, экспедиция у меня была. Вот, и когда вот мы вышли из этой экспедиции метеоритной, я потом переключился на исследование там своей точки гоминологической, до которой было там рукой подать, и не зря переключился, я там нашел отпечатки зубов снежного человека на дереве, и из этих отпечатков, там 10 зубов отпечаталось, и было понятно, что зубная формула такая же, как у приматов. Ну, у человека такая же зубная формула. И понятно, что это, если, допустим, лось грызет, то у него другая зубная формула. То есть там можно было исключить сразу всех и медведя, и лося, и лошадь. Вот, поскольку вот 10 зубов, это уже можно идентифицировать, что это человек. Отпечаток 10 зубов. Но то, что это не человек, ну, могут сказать, что, может быть, это там какой-то маньяк начал грызть деревья, там взбесился и начал грызть. Но нет, размер зубов на это не указывают. А указывают, что там это как раз не человек, поскольку зубы в два раза крупнее. Ну, следует ожидать, что и да, там можно величину челюсти определить там между клыками, допустим. Да, она вся очень большая. Да, она даже в три раза больше. И там некоторые зубы там в три раза больше, чем человеческие, какие-то в два раза больше. Но это не важно, это нас уводит с темы. Я просто хочу сказать, что вот аномальная природа вот этих загадок, она, в общем-то, где-то в глубине она перекликается, и одни исследования помогают другим. И вот Дмитрич меня послал, сейчас его объявляют, когда он нашел снежного человека в Башкирии, что он дементный, то есть старческий маразм у него. Вот. А меня тоже обвиняют, что там я-то псих, полудурок. Да. Когда нашел. Когда искали, вот я и он, то мы были нормальные, все, были хорошо. Мы работали, мы докладывали на семинаре, те же самые люди, которые сейчас нас это так вот, ну, будем говорить, оскорбляют, они тогда принимали. Но это совпало еще и с предвкушением разных карьерных изменений, поскольку умерли. Там у нас участники семинара почти все умерли. Старые Трахтенгерс, Макаров, Баянов, Жанна Иосифовна Кофман, но она не была участником семинара, но она была самым старым гоминологом. Вот. Сейчас слово гоминология заменяется на слово криптозоология. В общем, там человеческие свойства снежного человека пытаются замалчивать, и животные свойства зоологически подлежат изучению. Но это, ладно, это сейчас не надо в эту сторону отвлекаться. Да, так вот, мы, значит, изучили вот эти поляны, собственно говоря. В основном, да, две поляны мы изучили, два болота. Да, а на будущий год я уже посмотрел космоснимки и уже сам наметил свои объекты. И в 17 году мы с Василием провели еще одну экспедицию. Ну, мы там последняя поляна Василия собирались его проверить, но у нас там всякие накладки. В общем, когда он уехал, я остался, и тогда свои объекты уже допроверял. И получилось, что все-таки поляны-то они, которые вот я
Земли обошел, они все-таки имеют техногенный характер. Вот наступило утро, дождя нет, дождь вчера кончился. Вот эта палатка в боевом положении, вот она, придавлен тент со всех сторон. Это, ну, из подручных материалов какие есть. Вот весь комплект прищепок сейчас выставлен, чтобы натянуть тент, и он не касался палатки, и туда не затекала вода. Сейчас мы делаем осмотр полян, и потом уходим дальше по маршруту. Закончилась третья ночь на точке 24-28. Сейчас я отправляюсь на точку 24-29. Но сегодня до нее, наверное, не дойду, а пойду на зимовье 500 метров в сторону. Ну, затем уже завтра буду исследовать точку эту 24-29. А тем временем надо сегодня перепаковаться, пересушиться и зарядить смартфон там, где карта. Потому что на холоде он что-то не заряжается. Думаю, что печку, если растопить, то он будет заряжаться. Конечно, если зимовье там сохранилось, не факт, что оно сейчас существует, возможно, там будут руины. Ну, тогда не получится. Тогда я пойду просто на точку, уже без смартфона. Ну, что делать? Хотя там карта хорошая, и все точки стоят. Все-таки эти навигаторы на смартфонах, их с ними легче пользоваться, чем вот гарминовские навигаторы. Ну, конкуренция совершенно свирепая и заставляет технику создавать все лучше и лучше. Что, очередная куча? Неужели это медведь? Я так, честно говоря, ну, конечно, помет зависит от еды, которую медведь ест. У нас то жидкие, то густая, может быть. Здесь это густая. Вот дорога красивая, красивый лес, вырубки тут восстанавливаются. Все-таки я не могу согласиться безоговорочно, что тут идет хищническая вырубка лесов. Все-таки восстановление здесь тоже имеет место, и люди этим занимаются. И вот Устилинский целлюлозный завод, у них там есть отдел по восстановлению леса. Ну вот эта вырубка, она, я посчитал по муфтам елок, где-то 37 лет назад была вырублена, или же была горела, может быть, а может быть и то, и то. Ну вот, во всяком случае, дорога здесь пока не заросла, по ней идти удобно и хорошо. Но раз такая дорога, то, видимо, тут лес вывозился, то есть вырубки-то были, а потом сгорело все.